уже знакомый сервак. Там сразу, короче, доставай гаусс и убивай всех. Окей. Так, там хит каким-то дрез, каким-то подряд. Сейчас я Виталию болтаю. Ты же в курсе насчет выигрышной стратегии? Тупо не вылезать в центр карты, выходить куда-нибудь в район поляны и оттуда сбоку смотреть на карту, как там перестроиться в будке. Еще раз. Ну, короче, не соваться в центр, воевать на поляне. А-а-а. Ну ладно. И насколько это выигрышно? Да абсолютно выигрышно, я тебе отвечаю. Ну, кстати, с дробовика за что ебанутый? Блин, тут призрак, непонятно где хитбоксы. Еще советую убивать зеленого профессора, в первую очередь, он какой-то резкий. Окей. Okay. Так, что-то видно не было. Пока, заебал. Ну бывает. С гауссом так постоянно бывает. Да блин. Это уже монтировка пальцевного удара убивает. Что говоришь? Монтировка пальцевного удара убивает. Не знаю. Как мы сейчас стрелял первая атака из гаусса. Тут дробовик просто безумный. И... А, ты уже сдох, я думал, там ты остался.
Да, да, я не пропусти. Черт. Убивай этого ублюдка, то он вообще подлый. Он полудохлый. Дай в него загореть на огнём. И ему снес все полимеры, что у него были. Не забудь на стене поставить туда. Что мне сейчас подзависло? Весело. Сейчас в полете двух убил. Хоть стреляйте из арбалета. Опять кто-то стреляет из арбалета. Только расстрел с первой атаки. Только хардкор. Ну чё за фигня, а? Что говоришь? Не видно, что долго собирается. Он решился уже? Ну, вроде согласен. Что, профессор, не уж он там под лампой темперет? Ты в курсе тут про баг с лампой? Я не знаю, что с лампой уже. Знаешь, где джампер лежит? Сейчас понял. Ну, внизу. А, ну. Все понял. Там где плюс еще. Там лампа, можно туда в нее стрелять, и все враги при этом радио, все будут дохнуть. Фига. То есть это считается за плохие вещи. Не поставлю. Православно. Не ортодоксально. Наш пауэркор. Пауэркор это что? Да, это цель.
если перейти не там. Че, кросс? Или дабл? Дабл кросс, видимо. Это будет не совсем кросс. Только что сделал чувака самоубийство совершить. Да. Ну все, почаствовали. Как надо совершить? Поехал сейчас муху на голову. Это что такое было только что? Важный вопрос. Блин, меня чувак хочет злоумереть. Что мне делать? Может. А за мной с мутировкой гнался, как настоящий муртат. Короче, писайся профессора, он там хочет всех убивать. Что-то изи.